Сельским педагогам в Западно-Казахстанской области не выплатили свыше 250 миллионов тенге. Нарушения выявили в школах и детских садах Сырымского района. Как рассказали в антикоррупционной службе, за 3 года положенные надбавки за особые условия труда не получили почти 1200 работников организации образования. Согласно системе оплаты, им положены выплаты в размере 10% от заработной платы. Ответственных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Отделом образования Сырымского района в период за 2020-2023 годы работникам 26 организаций образования не выплачена данная надбавка на общую сумму 259 миллионов тенге. После вмешательства департамента отделом образования внесение изменений в тарификационный список произведен пересчет заработной плате, виновные лица привлечены к государственной ответственности.